Можно придать Общероссийскому народному фронту статус общественной организации, ведь мы общественного движения, ведь мы так юридически никак и не оформляли. Это просто объединение и движение единомышленников. Но в целом можно это оформить как общественное движение и с приданием определенного статуса, прописанных в уставных документах. Вот это, в принципе, все можно сделать. А вы останетесь председателем КС, Владимир Владимирович, если мы зарегистрируемся? Да, Это же общественная организация, надпартийная. Закон не запрещает, поэтому да, вполне возможно. Это вполне.